Германия предлагает высшее образование в центре Европы, где в вузах с различной специализацией дается возможность свободного преподавания и независимых исследований. И так как образование не имеет границ, программа Erasmus является одной из самых успешных образовательных программ Европейского Союза последние 30 лет. Конечно же, это прекрасно, когда молодые люди выезжают за границу, чтобы там учиться, именно в то время, когда они очень открыты для новых впечатлений. К тому же, там они могут приобрести и развить межкультурные навыки, находясь в диалоге друг с другом. На сегодняшний день более 4 миллионов молодых людей со всей Европы приняли участие в программе. Число стран-партнеров уже давно не ограничивается Европейским Союзом. Молодые люди со всего мира съезжаются, встречаются на кампусе, а иногда даже живут вместе. Я Чезарио, мне 22 года, я из Неаполя, Италия. Меня зовут Роберт, я из Финляндии и жил в Хельсинки в течение последних 3 лет. Меня зовут Силас, и я из Рио-де-Жанейро, Бразилия. Я изучаю архитектуру в Берлине. Мои занятия обычно начинаются в 8, так что я просыпаюсь около 6:30, принимаю душ и завтракаю. Я нахожусь здесь, в Берлине, с сентября, то есть около 7 месяцев. Здесь, в Берлине, я изучаю электротехнику. Я никогда не изучал немецкий раньше, а теперь могу закончить немецкий университет. Мы всегда готовим вместе, так что после 5 или 6 вечера мы только говорим о том, что мы собираемся приготовить сегодня на ужин. Хочешь, приготовим итальянскую пасту? Я изменился и стал более уважительным, более терпеливым с другими людьми. Когда ты вдруг оказываешься один в другом городе, то ты отчасти вынужден делать вещи, которые бы не смог сделать в своем родном городе. Для меня эта программа сделала мир теснее и понятней. В Германии 350 университетов принимают участие в программе Erasmus. Как и во всех других странах, в Германии студенты также не платят за обучение в университете. Кроме того, каждый участник имеет право на помощь при передвижении. Erasmus является многогранной программой обучения, но это также окно в Европу и в мир. Я хотела бы сказать, что Erasmus дает возможность развиваться не только академически или профессионально, но и личностно.